Сьогодні у програмі. У Миколаєві відбулась сертифікатна виставка собак усіх порід «Осінь Прибужжя 2015». Знайомимось з її учасниками. Восени для породистих собак та їх господарів настає час себе показати та інших споглядати. Так, всередині вересня у Миколаєві відбулась сертифікатна виставка собак усіх порід «Осінь Прибужжя 2015». В рамках заходу, традиційно організованого клубом службового собаківництва, пройшов чемпіонат України серед усіх порід. «Осінь Прибужжя» – це відбір кращого песика як за екстер'єром, тобто зовнішнім виглядом, так і під час показу його умінь і здібностей. Для участі у цій виставці було зареєстровано більше 160 собак близько 100 порід. Їх географія не обмежується тільки Миколаєвом. У нас участвують, завжди приїжджають дуже багато, практично з усього юга України. З Одеси, з Білгород-Дністровської, з Ізмаїла навіть дві собачки, з Дніпропетровської. Запорожье, из Херсона, фактически. Раньше приезжали еще и крымские собачки. Теперь в силу понятных причин им сложнее выезжать. Кого тут тільки не побачиш. В одному місці в певний час зібралися і добре знайомі, і досить рідкісні породи собак, як от золотистий ретривер чи бішон фризе, французька маленька порода з групи болонок. История этих собачек очень древняя. Когда-то давным-давно моряки привозили этих собак королям именно французской династии. И они именно там и прижились. Даже Генрих IV на все свои такие совещания всегда брал их с собой в корзиночки. После чего уже, когда случилась французская революция, собаки были вынуждены не одно столетие, жить на мусорниках, пока их там не приметили бродячие комедианты. То есть вот так потом порода уже Финляндия в 75-м году дала породе бишон фризе, именно как утвердила это как статус этой породы. А вообще они очень древние, характер идеальный, послушные, в общем, плюшевые мишки, идеальные няньки для детей, то есть спокойные, преданные и, естественно, любимцы. Вообще он у нас Элвин, богоявленский талисман. Ему уже почти 3 годика. Вот такой он у нас умничка. Сейчас ему уже 9,5 лет. Это, пожалуй, самый старейший ретривер в Николаеве. Когда мы появились, то ретриверов не знали. Их фактически не было. Это собака, которая идеальная. Она даже по каталогу идет, как... Не друг или кто-то, а компаньон. То есть собака-компаньон. То есть собака идеальная для общения. Это единственная порода, в которой отсутствует ген агрессии. То есть, что бы вы с ней ни делали, хоть вы будете по ней ходить, он может гавнуть, но он никогда не схватит, он никогда не укусит. То есть, в Англии эти собаки используются в хосписах для реабилитации тяжело больных. Как поводыри, как разыскники, то есть собака, которая оптимальная для общения. А это наша подружка, то есть это выбросили со второго этажа, перебили ей лапу. Она была такая бедная доходяга, а теперь видите, красавица, тоже красавица, да? Вот. Да, это наша подшефная, то есть мы стараемся ее держать во дворе, гуляем с ней, мы ее кормим, и зачастую она, конечно, ночует тоже дома у нас. Когда холодно, то она когда у нас дома живет. Так что у нас большое хозяйство, у нас 2 пса, 3 кошки тоже, которых поподбрасывали потихоньку, так что наше хозяйство все время растет. А ось це 4-місячний самоїд на прізвисько Чендлер. Хоча коли цуценятком ця біла грудка шерсті підкорила серце своєї майбутньої власниці, Наталя і не підозрювала, що порода рідкісна. Независимый, очень умный, не продается за корм, то есть невозможно его купить, ему надо только объяснять, почему надо делать. Такая достаточно собака по характеру, независимая.
Я могу сказать, что, конечно, такой эмоционально разговорчивой собаки я еще не видела. То есть ему, если что-то не нравится, он об этом дает знать, причем не просто видом, а еще и голосом. Но не гавкает, а вот как разговаривает. Так что очень легко с ним общаться. Многие люди думают, что это очень сложно, белая шерсть, он на самом деле самоочищается. Но для того, чтобы он самоочистился, его надо, наверное, хотя бы неделю дома подержать. Мы его не пробовали держать, он у нас все время валяется с щенками. Поэтому обычно он не такого цвета, обычно он у нас серенький, из-за пыли. А так мыть их надо 4 раза, вот все. В общем-то, несложно. Но вычесываю его каждый день, пока будет взрослый. Раз в неделю, наверное, чтобы он привык к вычесу. 60 сантиметров в холке. Надеемся, что до 30 килограмм. Не, ну это средняя собака. Он объемный из-за сюзечек, из-за шерсти. На самом деле, его если намочить, он такой достаточно. Вот, он разговаривает, видите, все, ему не нравится. І хоча очі розбігаються від собачого розмаїття, легко зауважити, що вже вкотре найбільше на виставці представників однієї породи. Більше всіх традиційно це німецьких овчарок. Значить, ну, пожалуй, так слідуючими будуть це кане корса, там азіати, мопси. Этих собак достаточно много, йоркширские терьеры. Справді, господарі вівчарок доводять, що це найкраща, найрозумніша, найпривабливіша порода. Та на думку професіонала, вона залишається улюбленою за традицією, а інші собаки за своїми робочими якостями ніяк їй не поступаються. Тільки треба знайти підхід. Як кажуть, слова треба знати заповітні. 6 лет. 15 августа было ему 6 лет. Зовут его Скай. Это моя первая собака. Ну, друг очень хороший, охранник очень хороший. Послушный, охраняет двор, не вредничает. Вот если, например, игрушка закатилась в огород, у меня он не огороженный, ничего там нету. Вот закатилась, он ждет, чтобы я ему достала. Не лезет никуда, ничего. Послушный мальчик. Да, никогда ничего не грыз. Один раз только, когда был маленький, елку откусил кусочек. И после того он вообще ничего. Вы знаете, у меня первая собака. Ну, сказать, что она... Ну, она очень умная, она послушна. Вот он, вы знаете, он ходит за мной все время. Откуда я? Вот я, например, в огороде что-то делаю, он приходит со мной, сидит и смотрит, что я делаю. Он прямо не отходит от меня. Также я считаю, что очень умная собака. Мне, правда, сравнить не с чем. У меня она первая, но самая любимая. Я вообще не представляю теперь. Раньше я даже не думала, как с собакой можно. Сейчас я не представляю своей жизни без собаки. Она очень умная. Немецкая овчарка просто в том виде дрессировки, ну, как, какой существует на сегодняшний день, начала использоваться раньше других собак. Поэтому сложился уже стереотип ее поведения. Ее легче всего хозяину с ней справиться. Это первое. Ну и второе о том, что ну, в погранвойсках, в милиции раньше использовались только они. И у многих владельцев сложилось впечатление, что они действительно там самые умные. Хотя это, в общем-то, не так. Все собаки абсолютно умные. Просто бывают более упрямые, более своенравные, с более дерзким характером. Вот с такими, естественно, справиться сложнее, особенно новичку, очень тяжело. А ось для господарів цих песиків усі хатні улюбленці заслуговують на найвищі бали. Познайомимося з деякими учасниками ближче. Це дівчинка. Її возраст 2 роки. Вона для сім'ї. У нас двоє дочок. Вибирали саме для сім'ї. Вона добра, не кусається. И проблем с ней нет. Решение принял я сам, выбирал собаку. Вот. Ну, в принципе, лучше для семьи просто породы, ну, как бы, она не такая уж и крупная, средняя собака, и не доставляет никаких неприятностей. У меня ребенок 7-летний, легко выходит и выгуливает такую довольно-таки крупную собаку. Ей 3 года. Вообще по паспорту ее зовут Цитадель, но мы ее прозываем Милкой, потому что как у альпийских милок, у нее такие пятна большие, красивые. Правда, не фиолетовые, но красивые.
Я очень хотела ли маленькую собачку, потому что с большой, во-первых, ну, не то чтобы проблемы, но как бы тяжело с ними. А она очень энергичная, как я, все время ей что-то нужно делать, играть с кем-то, внимание. Если гуляешь с ней на улице, то нужно так подолгу, чтобы она прям идет уже домой и хэкает, уже все, уже не может. Что очень любит разные игрушки, грызть, кусать, очень высоко прыгает, то есть она может прыгнуть, ну, может прыгнуть выше меня. Год и три, Эрик. Чудо самое любимое появилось у нас где-то полгода тому назад, подарили. Вот. Очень любим, но выставки еще не принимали никаких, в выставках участия. Просто первый раз пришли посмотреть, может быть, будем. И наша Зарина, мудрый самур. Нам всего лишь пока исполнилось 10 месяцев, мы малыши, растем, стараемся. Самое основное правило – это не выводить солнцепек. В принципе, у меня ребенок маленький, то же самое практически, как с ребенком, я не гуляю на солнце. Так же самое мы не гуляем с ним. То есть мы везде сейчас растем с моим малышом сыном. К сожалению, он дома остался, приболел. А так мы все занимаемся втроем, ходим, мы с такой вот компанией гуляем. То есть жара, солнцепек, мы находимся дома, в тенечке отдыхаем. Мобильное питье в доступе всегда, сколько есть полные миски. И нормально не справляется. В принципе, в горах, вот кавказцы, они, азербайджанцы, есть разные виды кавказцев. Они же, в принципе, живут тоже на солнце, плюс палящие камни горячие, они не умирают. В принципе, у них хороший подшерсток. Вот. Их нельзя купать постоянно, потому что вот за счет вот этого подшерсточка и прослойки на коже, они сохраняются как терморегуляция. Ці та інші господарі собак люблять своїх домашніх вихованців і турбуються про них, як про членів сім'ї. Тож і тварини відповідають їм взаємністю. А вищий пілотаж собачого розуму, вірності і довіри глядачам продемонстрували учасники показових виступів дресирувального центру. Нос пока не боїться ударов. И вот нарушитель подходит к костру, вынимает головешку из костра. Собака не боится огня. Хотя все живые существа всегда боятся огня, это естественно. Но храбрые защитные собаки защищают своих хозяев ценой жизни. Аплодисменты, пожалуйста. Такі заходи покликані підвищувати інтерес до порід собак та їх престижу. Тож щорічно зростає кількість їх учасників, а відповідно і чемпіонів та шанувальників.